дань в первый раз. Ты иначе не смогла, только я другой сейчас. Ты совсем не приходи, чтоб не делать больше с... Мы свистились! Ах ты, гад! Лови! 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 Отлично! Вот! Ну, чуть ногу не сломала из-за этого зверюги! Вон он! Вон он! Лиза! Я не буду тебя больше ждать ни за что. Привет, Олик. Навалился уже. На улицу уходи! Ну все, конец тебе пришел, поганец! Я его сама убью! Не уйдешь! Я тебя поймаю! Поймаю, сволочь! Убью! Вы совсем уже с ума сошли? Кот, гад! Пятую курку уже! Я сейчас. Я холостым. Ничего, ничего. Я сама. Так. Нормально. Девочки, сейчас это, шок пройдет, и я вас уничтожу. О, Господи. Да мы, собственно, пойдем. Вы что, совсем чокнулись, а? Старые дуры, ты что в людей палишь? Я не в людей, я кота пугала. Кота пугала? А ружье зачем? Он у тебя посмотрит и самоликвидируется 9 раз. Остроумно. У кота 9 жизней. И вы обе туда же. Кота пугать. Тех мужиков вон в деревне распугали. Теперь за жену с мужского пола взялись, да? Да он у меня 5-ю курку уже. Одичал котяра. Наверное, от отсутствия сексуальной жизни. Коты ведь без секса с ума сходят. И не только коты. Катька, зато ты курчат не душишь. Ну, это она пока не душит. Я про вас говорю. Это чего? Че? Влада! А? Из-за вас? Да я вас сейчас! Он не твой! Он народный! Заслуженный! И не настоящий он, а плод твоей эротической фантазии. Да я за Влада! Вас на погосте всех троих пропишу! Слышь, Катька, шутки шутками, но ты с этим Владом обезумела! Да! Я от него без ума! Я с ним словно летаю! Вот в дурдом и прилетишь! Я в дурдом! Да вы на себя посмотрите! У меня-то хоть любовь есть, пусть и без ответа! Может быть, даже и невозможно! А у вас что? Где твой бывший, Мария, а? Изменщик! А при чем тут мой бывший? К молодухам сбежал! Значит, не устраивал ты его. С молодой попробовал, понравилось. Что, фото шлет с девочками или перестал, а? Слышь, он у меня скоро все перестанет. Я на него такую порчу наведу. А ты что же, все еще с ним переписываешься? И фотки его смотришь? Вот ты извращенка. Что? Слышь, ты, кто бы тут квакал? Нимфоманка. Одна похабщина в голове. И книжки твои похабные никто не печатает. Знаешь почему? Почему? А потому что похабщина. Фу! Вон, на заборе. И то лучше нацарапано. А я ведь могу и по мордасам проехать. Ой, какой слог! Чё сцепились? Обе правы.
Одна вон мужика выжила, другая не прижила, вот и беситесь. А ты пережила. Сразу двух. Обоих вон в землю выгнала. Ты это, не смей. Тебя и третьего хочет. Захар-то, думайте, наш участковый, чего не едет? Боится! А я-то думаю. Любишь мужчин в форме, да? Да. Слушайте, вы это, пустомели. Ну ты чего? Ты тазики привезла, пластмассовые, синие. Привезла. Ведра зеленые. Я вам что, стол заказов, что ли, а? Вот что было на складе, то и привезла. Вот я вот одна семижильная. Вот все одна. Погрузить, привезти, разгрузить, да? А топор? Да? Топор привезла? А гель для душа? Да тебе-то зачем? Да просто так спросила. А трусы? Ну, конечно, привезла. Самый красивый, самый модный. Во! Да какая там мода наготу прикрыть? От кого тут прикрываться-то? Ой-ой. Ладно, я пошла разгружаться. Давайте, через час подходите. И вы, бабы, тут приберите чуть-чуть, а то вон полдеревни разнесли. Да, она от этого только краш стала. Вчера целый день на трассе с святым просидела. Ой, хоть бы кто. Рыба. На что ловим? Цветы, яблоки, дачный участок. У меня как назло, ничего нет. Здравствуйте, красавицы. Здравия желаю, товарищ полковник. Да угомонись ты, Василиса. Сломаешь руку, товарищ командиру. Или как сейчас принято говорить, господин полковник? Господин полковник. Звучит как предложение к интиму. Я к вам по какому вопросу, красавица? Нельзя ли у вас прикупить овощей, фруктов? Ну так, чтобы свое было, без нитратов, без пестицидов. Ну почему нельзя? Можно. Можно даже и не прикупить. Я вам просто так дам. По рукам. Условия у нас самые выгодные. Самые. Ой. Дочь ваша? Ну нет, почему же? Жена моя. Здрасте. Кисюльчик, ты договорился с бабушками? Процессия зачёта. Какое у вас прекрасное имя, господин полковник. Ага, Кисюнчик. Я использую. Ну вот что, молодожены, вот этот ряд, оно все ничье. Никто не живет, никто не присматривает. Вот идите и соберите. А что-то она... Ты спросил у бабушек. Ну ты подумай, Кисюнчик. Фу. О, какие у тебя сильные руки, Родриго. Я люблю тебя, Эльза, и вожделею. Возьми меня, Родриго. Возьми меня прямо здесь, на плоту. Эльза стонет. Родриго тоже стонет басом. Надо проветриться. Что такое? Люся, тебе витамины нужны. Померанцевым ехали. Кто-то мне всю ночь
крысы снились. Ой, родственники, наверное. Соседи у тебя появились. А откуда взялись? Бабка 10 лет как померла. Ну? Наследники. Не знаю, как вы, на меня так холодом от этой машины повеяло. Черти беду накручивают. Вот и похолодало. Ой. Странная она какая-то. Вся в черном. Ведьма, наверное. Или сектантка. Нет, точно. Ведьма. Глаз такой нехороший. Вот позавчера всю ночь собака выла. Знак был. Мы не распознали. А в машине гроб с телом возлюбленного. Да чё гадать? Давайте зайдем до узнаем. Да уходи ты! Почему гроб? Потому как приехала она в нашу скорбную обитель без врача, дабы навеки упокоить свою страсть. Давайте войдем и узнаем. Да погоди ты! О, Господи! Здрасте. Здрасте. Так, в чем дело? Вы родственники Померанцевых? Да, дальние. Теперь вот здесь жить будем. А мы ваши соседи. Хотели добро пожаловать сказать. Спасибо, это все? Вы главное, вы не замыкайтесь. Дайте волю чувствовать. Хорошо, дам. Меня Лита зовут. Не, ну точно, ведьма. К тому же невоспитанная. Но ее можно понять. Потерять молодого любовника. Лида, ты тупеешь прямо на глазах. Какие гробы, какие любовники. Так, сюда, раз, два, раза, два, здесь. Добрый вечер, Екатерина Васильевна. Никакая я не Васильевна. В наше нелегкое время, когда всемирный рынок лихорадит, а ценные бумаги крупных нефтяных компаний теряют в цене, когда... Денег не дам. Какие деньги? 100 рублей, разве это деньги для такой успешной и обаятельной бизнес-вумен, как вы, Катерина Викторовна? Я не Викторовна, и 100 рублей для меня большие деньги. А вот тебе, Валик, должно быть стыдно. Твоя жена в городе вкалывает, а ты тут ходишь, побираешься. Очень неприятно слышать от красивой женщины такие скорбные слова. Я, между прочим, единственный мужчина в этой однополой местности. Я, можно сказать, уссурийский тигр. И вы могли бы пожертвовать на содержание столь редкого животного. Вот тут ты в точку про животное. Теперь давай конкретно. Я не Федоровна, это раз. Денег не дам, это два. Вот что непонятно, а? А этот ваш Влад на суслика похож. Тому живой не помнит никто. Ну все, редкое животное. Сейчас ты у меня исчезнешь. Успокойся. Успокойся. Да пошутил я! Мы все его любим, помним, скорбим. Я тебя сейчас... Ой, так будет со всеми, кто Влада моего не помнит. О, Валик, Владика обидел, да? Не начинайте. Товар будете смотреть? Ну. Пойдем. Может, поднимем его? Слушай, Кать, я, пожалуй, два возьму. Запиши на меня. И одно ведро на меня. И гель. А где она? А? Кто она? А вывеска «Банкатер». Вот я что-то ее не вижу. А почему? А потому что ее нет. А знаете, почему ее нет? Потому что я не банк и кредиты не выдаю. Ну ты что? Ну у нас пенсия только через неделю. Ну. Спасибо тебе. Пожалуйста. Ну? Что ну? Ну, трусы где? А, точно! Вот они. Ой. Смотрите, какая красотень, да? Смотрите. Ну? Ой. Ой. А где? Ой. А где все? Остальное то. И что мне с ними делать? Рогатку, что ли?
Да вы чего, девчонки? Вы на себя-то посмотрите. Вы еще молодые. Ну, в каком-то смысле. А? И красивы, пусть даже местами. А? Да вы что на себя рукой махнули? Женщины, хватит коней на скаку останавливать. Хватит в горящие избы входить. Ну, станьте музой, поэзией, мелодией. Поверьте в себя, и мужики в вас поверят. Я верю. Мне пойдут. Тебе и седло пойдет. Беру. Угу. Да, ага. О, давайте. Налетайте, бабоньки. Ага. Так, удачи нет. Сновать, Эля. Надо было еще взять. Рано вы ушли, мужики. Такое зрелище пропустите. Я не могу. А, это вот так. Хорошо. Сердце прихватило. О. Тут ты, господи, я-то думала. Это Серега твой прислал, да? Да. Да он просто издевается. Я тебе давно говорила, пора его порешить. А, Мария, а если тебя так расстраивает, что вытворяет твой бывший с этими страстными нимфами, если тебя бесит, как их упругие молодые тела окружают его тело. Вася. Тело мужчины. Чего она? Который был только твоим. Ее тоже можно порешить. Никто не хватит. Если тебе не в радость, его сладострастный успех. Будь ты! Зачем ты вообще сидишь в этих одноклассниках? Так что делать-то? Чем заниматься? Книжки вот эти, эротические, писать, как ты, их никто не печатает даже. Или как Василиса, он по лесам бегать, живность изводить. Скоро комаров не останется. Всех перебьешь. В одноклассниках хоть какая-то жизнь. У меня из одноклассников в живых осталось только черепах из красного уголка. Ой, ой, не могу. Да выключи ты эту картинку. Не могу. Завис. Так. Так, раз, три. Вот вы, Катерина Георгиевна. Валик, ты что, совсем инстинкт самосохранения потерял? Ух! Я говорю, что вы за вашего Владика людей преследуете. А ведь он вас не любит. Слышали последнюю новость? Чего? И выпадает тебе, Вася, червовый интерес при крестовом короле. Да чушь какая-то. Откуда у меня червовый-то интерес? А мне тоже. А может быть, закрутим романы, а, девчонки? Предадимся любовным утехам, устроим вакханалию. Может, даже с мужиками. Карты врут. Не будет у меня вакханалий. Тебе нужна месть. Надо, чтобы твой бывший узнал, что у тебя тоже страсть. Еще какая. Да? И выложить фотки. Так я обеими руками за. Ну, с кем я эти фотки организую? Со мной. О, Господи. О. Марья Васильевна, я к вам с интимным предложением. Да не Васильевна я. Я готов сфотографироваться, но не даром, а за бутылочку. Так тебя Серега знает, как облупленного. Не поверит. А это зависит от обоюдной степени обнаженности. И потом я могу подложить штаны. Вот ты у меня сейчас подложишь.
Штаны! А ну пошел отсюда! Пошел отсюда, поганец! Все мои хризантемы обломал, все! Этот твой! Вот твой, вот этот, да? Чё за мой? О, Господи! Катя! Катя! Убухали тебя! Бандиты наехали. Изнасиловали? Где это место? Влад опять женится! Пишут, что развелся ради этой и снова женится. А я вот билет купила на его концерт. Думала, подойду, поцелую его. Чтоб узнал меня и запомнил. Пей. Быстрее. Опоздала я, опоздала. Катя, все, сегодня никуда не поедешь. Идем. Останешься ночевать у меня. Опоздала. А завтра? Завтра решим, что будем делать. Опоздала. Да иди ты. Девочки, смотрите, ведьма какой огонь развела у себя. Может, к ней инквизиция приехала? О, с ума она сошла. Чего она жжет-то? Чего это вызывает, что ли? Может, старую мебель? Да нет, это не старая мебель. Это баня горит. Да что ты? У Померанцевой сроду бани не было. Так это моя баня горит. Ой! Двойным стеклом мы не держим дистанции, мы заблудимся в танце, каждый шаг знаком. Спрячемся в лунном свете, словно на белом свете. Мы всего лишь двое, ты и я. Вот и все, словно и не было. Сейчас тебя не будет. О, не трогай ее, Вася. Пусть лучше полиция разбирается. Никакой компенсации не получишь. А мне морально достаточно. Так, стоп. Ой. Оставьте ее в покое. Вот я как знала. Ну что, наколдовала себе? За баню мне заплатишь. Я вам все компенсирую. Антошенька, иди домой. Я поджег, я и буду отвечать. Антон! Я с тобой. Мы оба ответим. Моя же идея была шашлыки делать. Я мужчина. Я и буду отвечать. А я женщина. Я в ответе за все. Мадина, я попросил бы тебя, чтобы... Не надо меня просить! Заткнитесь оба! Вы кто? А? Я Тамара Андреевна. А это мой внук Антон. А это его невеста Мадина. А, ну все. Пора полицию вызывать. Сектанты решили. Деревню спалить! Не надо полицию. Ни в коем случае. Мы скрываемся, потому что Антоша похитил Мадину. Нас ищут полиция, братья Мадины. Наверное, уже вознаграждение объявили. Большое? Большое. Братья очень ценят меня. Посадят Антошу. Успокойся, Антошенька. Ладно, идите в дом, что светиться-то. Баню вашу жалко. Да шут с ней с баней-то. Стринги? Чьи интересные? Мои вроде на мне. Мои тоже. Ничего интересного. Мои? Напряглась я. Чего стоишь, иди в дом. Мань, пойдем со мной, поможешь. А вы куда? Ну, они ж так и не поели. Алло, Наденька,
Ласточка моя, как ты? Работаешь? Ты бы пожалела себя. Конечно, скучаю. Не пью. Ты ж меня знаешь, я кремень. Наденька, ты не могла бы завтра зайти в полицию? Объявление почитать о пропавших людях. Не все, только те, которые за вознаграждение. Да не пью я, сказал же. Один он у меня остался. С 4 лет без родителей. Все со мной. Пылинки с него сдувало. А тут взял и влюбился. А семья ее против. Но он туша и совершил поступок. Угу. Ромео и Джульетта. Да. Угу. Что дальше? А дальше я девочке вспомнила, что у моей покойной тетки дом здесь. Ну, сразу в машину и сюда. Думаю, может, отсидимся в глуши-то. Я спрашиваю, чего дальше делать-то будете? Не знаю. Ничего не знаю. Посадят, наверное, моего Антошу. А муж? Муж? Да вдова я. Помер мой Юрочка 5 лет назад. Инфаркт. Антон у меня один остался. А он вон что. Не боись, вдова. Мы своих не бросаем. Чем можем, поможем. Вот ведь жизнь. Какие страсти. Угу. А парень молодец, все-таки поступок. Да дурацкий поступок. Маш, а? Слушай, шей мне трусы. А то я в этих резинках вся колбасу чувствую. И мне, а то дразнятся они. Хорошо, я себе уже наметала. Пойдем Катьке расскажем, может, отвлечется от своего Сташевского. Правильно. Да? Да. Пойдем, пойдем, пойдем. Значит, как чужое счастье устраивает? Так вы в ангелы-хранители записались. Вы! А когда я к вам с Игорем пришла, а? Что вы мне устроили? Это не полет ски, без росписи, как бродяги. Да вы мне всю душу вынули. Игорь меня бросил и ушел. А сейчас мужской поступок. Ромео и Джульетта. Ну, Игорь, это поди, родители забрали. А кто его надоумил им позвонить, а? Василиса Премудрая. Игорь от меня ушел. И Влад туда же. И вы тоже меня бросили. Всем на меня наплевать. Ну и пусть все уходят. Буду одна помирать от тоски. Завтра, может быть, вообще на встречку КамАЗу уйду. О, Господи. Кать, ну чего ты? У меня ж никого, кроме вас и Влада, нет. А вы Ромео и Джульетта. А я для вас кто? Сумасшедшая торгашка заезжая. Эх, вы... Что теперь делать-то? Ой, Катьку жалко. То невозможности. Всю жизнь в девках проживет. Выстрадала она себя. Полностью выстрадала. Помнишь, когда Игорька-то увезли? Травиться хотела. Да и мы хороши были. Может, и получилось бы у девчонки счастье-то. Чего мы влезли-то? Ой, Господи. Надо украсть Сташевского. Сташевский не Ивунов. Поди хватятся. А вдруг стерпится да слюбится? Посадить могут. Нам некогда ждать мужиков от природы. Взять их наша задача. А с другой стороны... Катерина-то хоть чуть-чуть счастливая-то побудет, а? А вдруг действительно? Посидит у нас в сарае недельку. Да. Поприсмотрится к Катьке. А чё она, девка ладная? О! Украсть Сташевского звучит эротично. А как? Есть идея.
Ну как там бабушка? Плачет и молится, молится и плачет. Переживает одним словом. Не надо было этот костер разводить. Сама шашлыка захотела. Ну, я же не знал, что ты костер разводить не умеешь. Ну, вот теперь знаешь, не умею. Но зато мы теперь вместе. Ну, если бы я не капала тебе на мозги, до сих пор бы встречались только в институте. Подсказывала ты. А рисковал я. Мне теперь статья светит, да плюс твои братья еще. Да можно сказать, я из-за тебя жизнью пожертвовал. Так ты жертва. Один раз совершил мужской поступок, и что, орден тебе? Ты ради любви это сделал? Ну, конечно, ради любви. А может, нет? Может, для того, чтобы почувствовать себя настоящим мужиком и доказать себе, что ты не слабак? Опозорил меня, а я Опозорил тебя. Я? Мадина, да я ради тебя жизнь перечеркнул. Так я в твоей жизни черная полоса. Я тебя перечеркну. Хорошо. Завтра я уезжаю. Катя, ты дорога, тебя никто не держит. Мария, 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 где билет на Владика? Ой. Уйдешь все-таки? Конечно, пойду. А как же позавтракать? Да какой тут завтрак? Мне еще в парикмахерскую, потом платье забрать. Билет. На холодильнике. Удачи тебе, Кать. Да откуда ей взяться? А вот есть люди, которые ее делают. Ой. Пора. Мой час пришел, а я Наденьку не дождался. Мне нужна твоя машина. Берите машину. Ключи. Там, в бардачке. У меня еще холодильник Мадина. Антон! Пошли гулять, я там речку нашел. А бабушка?
А бабушка не нашла. Антон! Антоша, ты как? Да нормально. Просто кто-то об ногу потерся, показалось, что кот. Погоди, ты боишься котов? А? Да вот еще стану их бояться. Просто они заразные все поголовно. Не могу поверить, ты боишься котов. А котят ты просто опасаешься? Слушай, давай выходи быстрее, а то баба Тамара проснется и накроется наше гуляние. Не накроется, только недолго. Мы можем пойти позже, после завтрака. Да идите уже, сама завтрак-то приготовлю. Ну давай быстрее. Пошли. Я завещание оставила дома на столе. На всякий случай. Мало ли чё. А я записку в стихах. А я дом заколотила. Мало ли залезет, кто пока сижу. Нас не посадят. Я скажу, что воспылала страстью к Владиславу и решила доставить его себе для личных нужд. Любовь не судит. Я тоже скажу. Воспылала по нужде. Ну, бабоньки, нас после таких слов не в тюрьму, в дурдом определят. Интересно, а дурдомы сейчас общие или отдельно мужские и женские? Да вот и узнаешь. Ладно, поехали. Типун тебя на язык! Вашего района пригласила выступить на вашем профессиональном празднике Дне фермера животноводческого хозяйства мировую звезду Влада Сташевского. Встречайте! Добрый вечер! Сегодня я буду петь для вас и только для вас, потому что сам с детства люблю животноводство. Я думаю, больше ничего не помешает нашему празднику животноводства. Итак, моя первая песня. Кто это? Не знаю. Я первого встречного схватила. Это не Сташевский. Да вижу я. Запаниковала. Ну тогда план Б. Че? У нас нету плана Б. Ну тогда придумайте план Б. А я пойду машину отгоню, и так засветились. Мы и вправду такие дуры, или просто день такой? Позови меня в ночи, приду, а прокамешь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей, лишь бы ты всегда была моей. Лишь бы ты всегда была моей. Лишь бы ты всегда была моей. Спасибо. Спасибо.
надо сваливать. Не женитесь, Влад. Я вас очень прошу, не женитесь. Не женюсь. Это все желтая пресса. Как же я могу жениться? Я же люблю всех вас. А теперь, пожалуйста, расступитесь. Мне пора спешить. Правильно. Тихо, тихо. Скоро. А ну расступитесь, курицы. Влад еще процесс, он опаздывает. Он опаздывает. Разойдитесь, как вы говорите. Пропустите. Так, я чувствую, пахнет жареным. Надо сваливать. Быстрее. Да спокойно, ну, ну что вы, гражданки. Пройди, пройди. Ладно, уходим. Он не женится. Ну что вы, не запирайте. Владик, можно мне автограф? Пропусти женщину. Не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь. Я вас прошу. Здоровья вам. Куда вы? Ну. Ой, плохо мне. Умираю. Отхожу. Ой. Что? Руди, что с ней? Заводи. В больницу ее. Понял. Нам тут скандал не нужен. Ты откуда взялась? Ой, откуда? Тебя же здесь не было. Маша, ой, сестричка! Ой, посадите куда-нибудь. Да на кого ты меня выкидаешь? Ноги да нет. Что ж я ноги. Твоим детям ой. Скажу? Ой, господи! Да что же вместе с тобой? Ой. Ухожу я, сестричка! Куда? Подвинься, дорогу. Ой, держи сердце мое! Второго инфаркта! Ой, не садись выдержи! Уже. Поехали. Куда ехать? Где эта больница? Прямо по главной. До третьего светофора. Там покажу. Послушай, бабуля, ты ничего не путаешь? Уже частный сектор пошел. Никакой больницы не видать. Перепутала все с маразмом. Тормози. Пойдем, выйдем, поговорим. Ну, пойдем, выйдем. Я хочу знать, что происходит. Сейчас. А вот что происходит, Владик. Нашло тебя твое счастье. Чё? Вяжите его, девочки. Тише. Вы чё, сударь? Мадина! Ты как день? Что происходит? Убей луну соседством. Посмотри, она и так от зависти больна, что ты ее затмила белизной. Стоит. Стоит, сама не зная, кто она. Ужин уже остыл. Губами шевелит, но слов не слышно. Пустое существует в взглядах. Ты чего разорался-то, а? О, как я глуп! С ней говорят другие. Две самых ярких звездочки. Спеша по делу с неба отлучиться просят. Ее глаза покамест посверкать. Ах, если бы глаза ее надели, переместились на небесный свод. При их сиянии птицы бы запели, принявши ночь со солнечный восход. Антон, ну ты идешь есть или нет? Да. Ой. Вы попали. Я вам отвечаю. Быстрей, быстрей. Привет.
Куда Шнеллер. Привезли? Куда тащите? Иди, иди. Посмотрите, ты, что будет. Ты не рыпайся. Вами. Давайте, я девки, сюда его. Тихо. Сейчас все ко мне на совет. Сейчас я только машину Валику отгоню. И выпадает нашей Катьке червовый интерес. Ага. Ну мы все в червах. Может, действительно все получится? Погадай на нас. Может, нам казенный дом светит? Здравствуйте, родные мои! Я так счастлива. Владик, он такой, такой космический. Простите, что я вам гадости наговорила. Ну, не со злобой, я просто была сердита. А сейчас я летать хочу. Да. Хорошо, хорошо. Завтра расскажешь. А сегодня всем спать. Как это спать? Я петь хочу. Ну, вы тут пойте, ага. А нам пора на боковую. Да. День был непростой. Да вы чего? Я к вам приехала радостью поделиться, а вы вот так меня бросаете. Мы с тобой тоже радостью поделимся. Завтра. Все завтра. Ну почему все так? А у меня сегодня. Я вот сегодня. Немножечко радости. А, он как удачно Катьку-то поднесло. А, точно. А, видишь, как летает. Не зря мы все-таки, Влада, с тобой. Чу. Не зря мы все-таки сарай наполнили мы. Ну, посмотрим. Может, в самом деле червовый интерес. Ну, ладно, бабы, давайте. Буду вам. Завтра у меня. С утра. Боже мой, как я могла проглядеть? Где были мои глаза? Да на месте твои глаза, у тебя крыша поехала, понимаешь? Ах, это у меня крыша поехала? Да, у тебя! Как ты заговорил? Ты что, считаешь, что я твоя кавказская пленница? Я тебя в бараний рог скручу и раскручу! Дети, что случилось? Баба Тамара, он меня Мариной назвал! Да не называл ее Мариной, Мадиной, да Мадиной! А-а-а. Бабушка, у нее со слухом что-то! Так это вот эта рыжая! Маринка! Все тебе глазки строил! Том, я тебя убью! Дети, да что это такое, а? Ну давай, давай, убивай! Антон, да ты что? Я сейчас же уезжаю к братьям. Мадина! С катертью дорога! Тоша! Иди. О, нарядилась чего? Вась, на концерт собралась. Как там? Ой, девы. Всю ночь сегодня муравьи снились. Целый муравейник. Хлопоты у нас будут. Разберемся, открывай сарай, я готова. Ой. Какой аккуратный. Как положили, так и лежит. Угу. Может, он того? Не, не того. Владик,
Доброе утро! Эй! Эй! Здравствуйте! Мои спасительницы! Вы не поверите, как я тут настрадался! Меня три старушки похитили. Три бабы-яги. Решили тряхнуть стариной. Напоследок. Ой. Все-таки он классный. Шоумен. Ну, грабли-то надо убрать. Да. На вот, переоденься. А то похож на тамаду со второго дня свадьбы. Что вам нужно от меня? Деньги? Конечно. Конечно, вам нужны деньги. Откуда у артистов деньги? У меня лично нет. Все в кредит. Нам не нужны твои деньги, Влад. Нам нужны ты и твоя любовь. Твоя страсть. Твое молодое тело, способное доставить радость женщине не только голосом, но и всем остальным. Может, все-таки деньгами возьмете? Да ты не понимаешь, от чего отказываешься? Ну, Лида, скажи! Ну, скажу, Влад. Ты человек творческий, с богатой фантазией. Ты сам можешь представить, что тебя ждет. Нет, дамы, представлять я ничего не буду. Делайте со мной, что хотите. Нет. То, что вы хотите делать, я вам запрещаю. Мы хотим! Ты что же, решил, что мы тебя для себя? Ты нам не нужен. Да. Ты Катьке нужен. Есть еще и Катька. Ты этого, не беспокойся. Ты водички хочешь? Идем, бабоньки. Надо ему успокоительного дать, прежде чем Катьку показывать. Правильно. Так мы спланируем его реакцию, и спокойнее будет. Да. У меня успокоительного нет. Я у себя посмотрю. Пошли. Ага. Пошли, пошли. Ой. Мадина! Видит Бог, я любил Антоша, тебя! Антоша, спускайся! Любил? Спускайся, внучка! А теперь уже не любишь? Ой. Привыкай говорить обо мне в прошедшем времени, поняла? Ах так? Тогда и ты привыкай говорить обо мне в прошедшем времени! Я утоплюсь в пруду! Мадина, внученька, ты куда? Мадина, стой! Да вы что, тут все с ума сошли, что ли? Антоша, держись! Антон, я кусаю руки! Антон! Ай! Бабе Тамаре плохо, скорее! Привет, Василиса. Ждала меня? Ой, вопрос ты задаешь, Захар. С чего мне тебя ждать-то? То, что ваш участковый. Должен быть в курсе всех событий в уверенной мне деревне. В уверенной мне деревне. Красиво-то как. Че у вас там? Соседка новая? Да, соседка. Проведать надо соседку. Не надо. Меня проведай. Че? А че? Меня, говорю, проведай. Давно обещал. Василис, не говори глупостей. Твой муж Игнат был моим другом. Да Игнат помер 7 лет назад. Мужская дружба не умирает. Поеду, проведаю Новоселов-то. Мамочка. Тут валерьянка и чай. Все, больше ничего. Надо в больницу звонить.
Да, надо. Но нас тогда найдут. Да откуда они узнают? Как откуда узнают? Врачи могут сообщить. О чем ты говоришь? Надо бабу Тамару спасать. Давай позовем женщин. Что они могут? Врач нужен. Ну, может, подскажут что-нибудь. Ты можешь хоть один раз принять решение? У тебя бабушка умирает, а ты женщин позвать. Может, что посоветуют? Я ради тебя стараюсь, чтоб братья не нашли, понимаешь? Где новый телефон? Там! Добрый день. Простите, ради бога, вы не подскажете, не это ли дом Поликарпа Белого? Да. Да? Это дом Поликарпа. Да. А вы, если я не ошибаюсь, по всей видимости, наверное, его мама? Нет. Я его старшая сестра Лидия. А, сестра. Угу. Да. Очень приятно, Лидия. Венедикт. Венедикт. А, пройдемте в дом. Благодарю. Спасибо. Прошу. Мерси. Проходите. Именно таким я и представлял себе. Дом Поликарпа. Садитесь. Угу. Чай, кофе? Нет, ничего не надо. Благодарю вас. А где Поликарп? А он скоро появится, не переживайте. А вы, собственно, кто? Да, я редактор. Главный редактор издательства «Тесьма». Мы в основном печатаем бульварные романы. Ну, как печатаем? Перепечатываем. Но я никогда не терял надежды найти настоящего бульварного автора. И вдруг я прочел Поликарпа. И я понял, что это вершина эротического мировоззрения. В хорошем смысле. Ну, конечно, в хорошем. Я был поражен страстностью этого человека. Мне даже показалось, что страсть его не совсем мужская. Так мужчины чувствовать не могут. Точнее, выражать свои чувства. И мне захотелось встретиться с автором. Ну, во-первых, чтобы познакомиться, а во-вторых, чтобы предложить ему подписать с нами контракт. Это прекрасно. Может, все-таки чаю? Ну, если вы настаиваете. Я настаиваю. Нельзя ждать милости от природы. Я набираю. Секунду. Мадина, я тебя люблю. А я тебя. А я тебя больше. Нет, я тебя больше. Нет, я тебя. Нет, я тебя. Нет, я тебя. Почему ты не можешь мне уступить? А почему я должен уступать, если я прав? В чем ты прав? В чем? В том, что я люблю тебя. Если бы любил, то уступил ну, бы. Ну, хватит! Заткнитесь оба! Значит, ситуация такая. Бать. Тебе легче? А мы тут врача. Заткнись, щенок. Есть два варианта развития событий. Первый вариант. Ты, Мадина, сейчас отправляешься к братьям. Баб Тамар, я не... И ты замолчи. Вариант два. ЗАГС. Я думаю, с мужа и жены иной спрос. Ну? ЗАГС. ЗАГС. Ну что они? Сквозь землю провалились, что ли? А, простите, Венедикт, а вы женаты? Вы знаете, нет.
Благодарю. Простите, но не встретил еще. Не нашлась еще женщина, которая подходила бы мне по темпераменту. Ведь, несмотря на мой, если можно так сказать, презентабельный вид, с самого раннего детства был хулиганом. Поликарп тоже любит похулиганить. Ау! Есть кто живой? А? Маша! Машуля! А я вас помню. Вы просили меня не жениться. Да, а я вас. А вы тут как? Плохо. Как вы тут оказались? Меня старушки похитили. Звучит смешно, конечно. Нет, это не смешно. Это они вас... Простите, я сейчас все улажу. Все уже улажено. Вот мы и встретились. Да, да вы с ума сошли. Вы понимаете, кого вы похитили? Так мы же для тебя старались. Для меня? Похитили и сбили, да? Справедливости ради, синяк, это я сам. Ну, знаете, что я сейчас с вами сделаю? Знаю. А? А ну, открой дверь! Открой дверь, кому говорю! Стерпится, слюбится! Неблагодарная! Куда? Куда пошла? А ну, вернись назад! Она ушла. Я понял. А что делать-то будем, а? Я тут копать начал. Ты чё? Чё случилось? Чё, трезвый, что ли? Да. Это похищение сотрудника полиции при исполнении. Угу. Тебе чего от меня надо-то? Жить со мной будешь. Ну, ты вопросы задаешь. Это не вопрос. Это факт. Игнат. Игнат помер, а ты жив. И жить будешь со мной. А если нет? Я тебя убью. Ты в своем уме? А то. У меня, Захар, выбор небольшой. Либо ты живешь со мной, либо я сажусь в тюрьму, из которой больше не выйду. Я тебя не выдам. Захар, что ты на мне не женился? Понимаешь, Игнат, он же в Афгане моим командиром был. Он мне жизнь спас. Отступился от меня, понимаю. Ну а потом, когда Игнат помер? Не знаю. Привык, наверное, один. Ну а чё один-то? Ты мужик видный. Чего не женился-то? Будешь жить со мной. Ой, ни хрена себе! Прости, Господи! Вася, ты зачем Захара? Мой он теперь. Тебе что, мало было, что мы Сташевского умыкнули? Тебе еще и полицейского надо! Кого умыкнули? Куда умыкнули? Мань, пойдем-ка. Пойдем. Ой. Даже не думай, Захар. Узлы от этого только крепче затянутся. Маня, пойдем. Здорово, мужики. Mm.
Лидия, надеюсь, вы мне объясните, почему я в таком положении? Конечно, потому что я решила овладеть вами. Как овладеть? Полностью. Я вас похитила. Ну что скажет Поликарп? Он скажет: крутая ты тетка, Лидочка. Так вы ему сестра или тетка? Ни то и ни другое. Я и есть Поликарп Белый. Человек, который чувствует душою любое прикосновение. Человек, который обнажен внутренне настолько, что любые слова про чувства – ничто по сравнению со страстью, которая выжигает на сердце такие слова, которые невозможно произнести вслух, а можно только выдохнуть во время поцелуя, который может стать последним в жизни. Я не хочу последним в жизни. Да брось ты, Вень. Ну, давай похулиганим. Я взяла и закрыла его с ней. Слушай, Катька, просто в бешенстве. Ничего. Сейчас Лидку подошлем, ага. Она ее болтает. Ой, Вася. Ой, Вася. Наверное, никогда не думали, что будете копать подкоп, да? Давай уже на ты. Что мы выкаем друг другу при таких-то обстоятельствах? Давай. Меня Катя зовут. А я тот, кого ты видишь перед собой. Ты классный. Ты тоже. Очень красивая. Тоже? Ну что, пробуй. Дамы вперед. А я... Не подумал. Ой, ой. Мамочки. Ну-ка. Свобода! Не кричи! Вот. Валик? И я тоже. Я спрашиваю, ты Валик? Я Валик, а вы? Дом показывай. Конечно, конечно. Но сначала как договорились? Сначала дом покажи. Это обязательно. Но деньги вперед. Ты что, я не понял, спорить с ним будешь, что ли, а? Не, спорить не буду. Я так убегу. Сами искать начнете, деревню переполошите, уйдут. Дай деньги. Показывай давай. Значит, едете прямо в 7-й дом. Там еще банька обугленная стоит. Не пропустите. Оба. Ну, отпустит она его теперь. Ой, понаедут. Да. Всю личную жизнь переломают. А что делать-то? Ну, что делать? Искать надо. Искать. Ну, пошли искать! Вася, Вася! Ой. Нашли все-таки. Ой, спасать надо! Спасать! А когда Сташевского с Катькой-то искать? Сташевский-то уйдет, а? Да. Побежали. Если прет, то прет, а? Алло? Идем, идем. Ну?
Вот тут и будем прощаться. Вот, через поле срежешь, и дорога. Любая попутка заберет. Я бы сама отвезла, но боюсь, что бабы озверели. Еще шины прострелят, в сарай засунут. Да я и не против. Опять в сарай. Знаю я вас, звезд. Вы всем одно и то же говорите. Откуда ж ты это звезд знаешь? А ты оставайся до ужина, расскажу. Как же бабы? Опять в сарай. С бабами я вопрос еще улажу. А тогда почему бы и не остаться? Ты что, это серьезно? Ну как я могу тебя обманывать? Мы же вместе сидели. Ты даже себе не представляешь, что я с тобой сделаю! Я закопаю тебя в этом огороде среди помидорок и морковок! Ты понял меня? А! Ты что делаешь, а? Что ты делаешь? А? Ты что? Я не понял, ты что делаешь? А? Мага, я все контролирую! Я люблю Мадину, я никому не отдам! Ногу отпусти, я тебя сейчас урою! Ты что, не понял меня, что ли? Отпусти! Что ты хочешь? Это я придумала себя украсть! Я! Ты придумала опозорить свой рот? Ты! Ты! Ну что ты? Проститутка! Как ты меня назвал? Он сгоряча. Как ты назвал дочь своей матери? У него вырвалось. Я тебе сейчас язык вырву! Отпустите меня! Отпустите! А спой что-нибудь. О, да не будете той мэнман молодого. Ой, да пока солнышко Ромалы не взойдет. У тебя замечательный тембр голоса. Кстати, в записи ты почему-то звучишь по-другому. Да, я другой. Ну а ты-то откуда звезд знаешь? Так ты ж у меня не первый. Неужели? Ну да. Я до тебя была и в Шатунова влюблена, и в Димку Маликова. Да там такой список, о, предостаточно. Ты ветреная девушка. Это да. Так почему все-таки я? В том смысле, почему звезд? Просто звезд любить безболезненней. Звезда, она же недосягаемая. Просто мечта. Не сделает тебе больно, не обманет, не предаст. Он кретин, тот, кто тебя обманул. Таких, как ты, предавать нельзя. Вроде прочно. Теперь точно не убегут. Угу. Эй, полицейский, сделай что-нибудь. Не надо. Умоляю, не надо ничего делать. Давайте просто переждем. Значит, я так понимаю. Влада, и Катьку мы искать не будем. Да куда уж там. Сдаст он нас. Ну, может, не сдаст. А, ну, Катька-то убедит. Ему, наверное, скандал не нужен. Арестовала. Значит, Захара. А, Батя? Решил мой бунт. А меня почему не спрашиваете про Венедикта? Ой, ну, после того, что мы увидели, я вот лично боюсь, что мы услышим. Да ладно, трепаться, чё вы как мужики.
во мне всегда боролись две ипостаси бытия. Ангел и демон. И вся моя жизнь проходила в непрерывной, непримиримой борьбе между ними. Но сейчас, после того, как я был связан Лидией, они примирились. И они оба восхищены этой великой женщиной. Она сама женственность. Это эталон чувственности. И горе нам, мужчинам, которые не смогли разглядеть этот бриллиант. Извините. Значит, за сестрой приехали. Не понравился вам ее выбор? Не по чину? Это наше дело. Это ее дело. Но боюсь вам этого не понять. Мы понимаем, что невозможно, если понимаешь. Вы можете дать ей свободу сейчас или на всю жизнь сделать несчастной. Мы любим свою сестру. Ты думаешь, мы за богатством гонимся? Или принципиально хотим за Кавказа замуж выдать? Мы просто хотим, чтобы она была счастлива. А этот... Антон! Пускай другого себе найдет. Ну, а если она другого найдет? А сама всю жизнь Антона ждать будет? А имя какое красивое. Антон? Лидия! А. Это же лучше, чем Поликарп. Ну, согласитесь, что Лидия же лучше, чем Поликарп. Сменить бы надо. Имя? Да нет, а. Свечу мотоцикл поменять надо. Салим и Мага, я хочу, чтобы вы знали. Я хочу, чтобы вы запомнили и никогда не забывали. Я люблю Мадину. Я жизнь за нее отдам. Я сделаю все, чтобы она была счастлива. Чтобы были счастливы наши дети. Это мое слово. Но вы можете ее забрать. Вы же сильнее, да? Но я опять украду ее. Вы можете спрятать ее куда угодно. Я найду и украду опять. Это не ее слова. Это мое слово. А теперь принимайте решение. Извините. Извини, брат. Вел себя как настоящий дурак. Привет. Как хорошо, что получилось. Да. Сдаюсь властям. Да брось ты, ты испугался. Но мое условие в силе. Да ладно. Ну что, хорошо, я тебя не убила. Дурак. Молодые люди. Да. Можете мне помочь в одном деле? В любом. Мне нужны эротические фотографии. Для мужа. Вот. Тут, да, да. Они Сташевского прячут в подвале. Вперед. Стоять! А вот мама. Похищенная и похититель. А это ее братья. А это участковый наш. А это не знаю кто. Отбой. Так, что здесь происходит, Захар? Да все нормально, майор. Это я всех похитила. Чего? И Сташевского, и Захара. Вася. А этот мой. А? Эй, это... Это мы втроем все организовали. Что организовали? Похитили Влада Сташевского. Ну, и всех остальных. По очереди. А. Ну, вы это серьезно? А мы что, похожи на клоунов? Мужики, мы похожи на клоунов? Нет. А вот вы все, мужики, похожи. Вы и есть клоуны, потому что смешные.
Всю жизнь бегаете за тем, что вам не нужно, и проходите мимо того, что сделает вас счастливыми. Вась. Ну так похищать-то зачем? А как иначе-то? Это мы еще рано остановились. Угу. Мы могли бы похищать и похищать, потому что мы никому не нужны. Мы одиноки. Вася. Да ну вас. Майя, в общем, все нормально. Женщины слегка понервничали, но перегнули палку. Никакого похищения не было. Прошла информация о похищенной девушке, но она не подтвердила. Ну, не знаю, Захар. Да я же сам звонил. Даже вознаграждение получил. Да мы вообще его первый раз видим. Кто-нибудь его знает? Знаем, помним, скорбим. Вы вообще приехали к свадьбе готовиться. А я здесь для подписания договора с моей любимой писательницей. Угу. Да? Но только после соблюдения некоторых нюансов. Эх! А Сташевский? Был же Сташевский! Вот он, Сташевский! Да. Вот он! Ты какой это Сташевский? Это Толик Алмазов, двойник его. Ты не Влад? Это артист. Ты обманул меня. Ты что, ты устроил карнавал? Опять за старое взялся? Цыганская кровь заиграла. Я тебя предупредил. Я хотел сказать, Кать, ну, я не настоящий Влад Сташевский. Зато я настоящий твой Алмаз, который тебя никогда не предаст. Да ты меня уже предал! О, дела. Братья! Стой! Больше она к нам не приедет. А может, отпустит? Не приедет. Не приедет. Вот артист. Господин майор, что теперь будет-то? Алмазов этот. Талант, конечно. У нас РВД на каждый праздник поет. Так, ладно. Счет по почте получишь. Сворачиваемся. Господин майор. Ваше сиятельство. Какой счет? Я ведь чистую правду. Счет за ложный вызов получишь по почте. Какой счет? Какой счет, Валентин? Какой еще счет? Я тебе сейчас все объясню, Наденька, солнце мое, все-все. Все-все. Я попал. Ты попал. Ты даже не представляешь, как ты попал. Я хочу сказать, что я очень рад, что помолвка нашей любимой сестры Мадиночки проходит именно в этом месте, где живут такие замечательные люди, как вы. Ура! 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 Ну ты хулиган! Да угомонитесь, Валюйка. Не грусти, Марусь. Будет на твоей улице праздник. Будет, будет. Да, у меня уже праздник. За вас. Ага. Не признавайся, мне не суждено тебя не успокоить, не понять. Я ветер, но ветру все равно, ему не стоит чувства доверять. Не верь мне, милая, не верь, не верь, не верь. Очнись, хорошая, очнись, очнись. Так это что, фанера? Значит так, уважаемые, поздравляю вас всех с праздником и прошу моих клиенток рассчитаться по кредитам, потому как больше я к вам наезжать не намерена. Сейчас деньги будут, какой вопрос? А сколько надо?
О. А что вы на меня так смотрите? Осуждаете? А вот не надо меня осуждать! Мне работать надо, мне жить надо! Для чего? Для чего ты живешь, Кать? Для того, чтобы любить звезд? Так это ты не живешь. Это ты прячешься от жизни. Так все, где деньги, мне пора уехать. Я не договорил. Ты сейчас можешь уехать. А я останусь здесь, ждать тебя. Знаю это. Ты можешь любить звезд. Ну а если что, я здесь, рядом, на земле. Недалеко. Я запуталась. Она запуталась. Не отпускай меня, пожалуйста. Не отпускай. Горько! Сережа, ты зачем здесь? Вот какой ты здесь разврат устроила. Еще и фотки выложила. А ты? Я? Ты? Я в фотошопе все это сделал, чтобы тебя позлить. Вот твои любовнички, да? Вот они где. Ой! 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 Я вам устроил фотосессию. Ой! 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 Ой!